Здравствуйте, это мое первое видео о результатах лечения моего ребенка в центре Бердевит. Немножко расскажу о наших проблемах. Моему ребенку 3 года, он совсем не разговаривает, не понимает обращенную речь, не просится на горшок, не кушает сам ложкой, очень переборчив в еде, у него нет ролевой игры, он не умеет играть с детьми. Вот много таких проблем. Как-то в интернете я увидела видео одной женщины, которая рассказывала, как ей один человек помог восстановить ее ребенка. Человек по имени Давид. Я очень заинтересовалась, мне очень понравилась ее история. Я решила найти его контакты и связаться с ним. Я договорилась с ним о первом разговоре. Это было 4 апреля. С того момента уже прошло где-то 10 сеансов. И вот такие у нас результаты лечения. Ребенок стал спокойнее, стало меньше истерик, он стал больше смотреть в глаза, очень много улыбаться. Он на улице, на детской площадке полюбил качели. Он начал очень много спускаться с горки, хотя раньше он ее очень боялся, боялся высоты, не хотел даже на нее подниматься. Также на улице он начал замечать кошек, собачек, птичек, начал бегать за ними. Также он начал кушать яблоки и бананы, хотя раньше он никаких фруктов совсем не ел, совсем даже не воспринимал это за еду. Сейчас начал кушать вот это. Также он начал раньше ложиться спать вечером, в 11 часов, в 10:30. Раньше он ложился 12 в час, в 2 часа ночи, нельзя было его уложить раньше. Также буквально сегодня во время сеанса ребенок меня куда-то потянул за руку, но я не пошла. Вот и вижу, он сам побежал к горшку, снял штаны и сел на него. Вот это было удивление, потому что раньше такого не было. Он мог это все делать в штаны, или я его водила за руку, сидела сама, снимала штаны ему и сидела на горшок. Сейчас он, видимо, увидел, что я не иду, сам решил побежать и сесть на горшок. Это очень большой прогресс. Вот такие вот улучшения у нас буквально за месяц общения с Давидом. Я очень рада, что с ним познакомилась, очень благодарна ему за помощь. Спасибо вам большое, Давид. Будем и дальше обращаться, и надеюсь, все у нас будет хорошо. Спасибо огромное за внимание. До свидания.